Знаю, что делать. Готовься опустить кран по моей команде. Я не знаю, как он работает. Мне все равно. Будь готов. Но драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен великого истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это?
это стрелы Самелы. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А, спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любец? Нет. А еще, что мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет, 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 нет. Стой, погоди, погоди, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Смотри, где хвост. О, не важно. О, что за мерзость? О, что за мерзость? О, а что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там! Ого! Вот так. А вы не верили. Как бы это... Я добавил волокнам тетивы способность вибрировать по-особому. Если стрела попадет за ствол... Я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто... Просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Трума! Трума! Еще чуть-чуть. Вот и он. Мне его разбить? Трума! А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу. Он все равно светится. Ha!
хорошо. Теперь он застрял с другой стороны. Запечатана магия рун. Мост опустился наполовину. Должен быть способ закончить дело. Смотри, тут еще. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Что это?